Более 140 тысяч рублей украла сотрудница одного из пензенских сетевых магазинов по продаже автомобильных товаров. В течение нескольких месяцев женщина путем отмены кассовых операций за реализованную продукцию забирала деньги себе. В апреле этого года пензячка уволилась. Причиной ухода, с ее слов, стала маленькая заработная плата. Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе проведения очередной инвентаризации. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Пензе установили местонахождение подозреваемой в совершении преступлений. Похищенные денежные средства женщина потратила на личные нужды. За такое преступление гражданке грозит до 2 лет лишения свободы.